Новый уренгоец предложил главе города изменить изображение схемы движения общественного транспорта. Встреча прошла в рамках единой недели приема граждан. Рационализатор считает, что имеющиеся в каждом автобусе схемы морально устарели. Иван Костогриз оценил идею, назвав ее креативной. В Новом Уренгое обсудили проблемы реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Знатоки законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве встретились с горожанами, ответив на их вопросы. Самое распространенное нарушение – некачественное предоставление коммунальных услуг. Россияне получат возможность проходить самолет по паспорту. Это сократит расходы авиакомпаний на обслуживание. Но для пассажиров, которые привыкли проходить по бумажным посадочным талонам, придется дополнительно заплатить за их распечатку. Перевозчики могут не включать в цену билета эту услугу.